теперь давайте разберем непосредственно существующие методы, техники работы в периоральной области, в области губ. То есть как они все выглядят на фотографиях. Да? Вот здесь перечислены 8 различных методов. Это линейная техника, это болюсная, веерная, голливудская техника, парижская техника, так называемые губы Анджелины Джоли, губы бантика, методика стеклышка еще его называют, и методика Мона Лизы для поднятия уголков рта.